Всем привет! Мы сегодня приехали кататься на праздничном поезде, паровозе. Посмотрите, какая зима. Сегодня 25 декабря. Минус 4. Рождество Христово. С праздником всех. Минус 7 было с утра. Ну, а вот здесь рыбку жарят. Смотрите, по-моему, пилят. Или на гриле. Что тут? Приготовление рыбки. А вот... По-любому, как бревно, распиливают большую рыбу. Посмотрите. Да ладно. Да ладно. Косарь, коса, кашу. Да. А это лодочки. А я уже их снимала. У меня видео есть. Колодец. Вот такой дом. Вся крыша почти покрыта мхом. И здесь на территории ульи. Домики пчелок. Вот эти домики на территории музея. Это домики ремесел. К сожалению, сейчас они закрыты, так как зима. Вот. И вот здесь есть такая мельница. Мы подымались. Внутрь можно зайти и посмотреть. Очень любопытно. Кто будет в Энспилсе, рекомендую музей. Очень интересно, разнообразно. Субтитры сделал DimaTorzok.